приняли командование Западного фронта. Жуков оказался прав о том, что будут наносить удар, потому что самые близкие, самые по моей дороге, это до Москвы. Брест, я уже повторяю, Минск. Надо было брать Москву, в общем. Да. Чтобы закончить войну до... Ну и что я хочу вам сказать, отстранили командование фронта за потерю управления. Кто же командовал Западным фронтом или Западным направлением? Генерал армии Павлов, начальник штаба генерал Климовских, начальник связи генерал Григорьев и командующий артиллерией генерал Клич. Их отстранили, вскоре судили судом военного трибунала.